Наша семья просто влюблены в этот шоурум, концепт стор. Мы, когда приходим сюда, хочется примерить все, приобрести все, потому что бренды уникальные, красивые, естественные, натуральные, сочетаемые друг с другом. Покоряет в этих брендах детский задор, свобода, которую они дают ребенку, ощущение того, что легко может себя чувствовать в детском садике, дома, на празднике. Это будет выглядеть одновременно и празднично, в то же время очень по-домашнему. Такое хулиганство, озорство, детство, которое передается и родителям. Приходя в Meal Kids, мы как будто приходим домой. Нас всегда встречают с распростертыми объятиями, нас всегда чем-то угощают. Здесь можем свободно примерять одежду. Ребенок, играючи, что-то меряет, его это не напрягает. И самый, наверное, любимый из брендов, представленных в этом шоуруме, это Bobo Choices. Я могу собрать такие луки, которые друг друга поддерживают. То есть брючки у сына и у меня брючки одинаковые. Или же какая-то расцветка в ткани, которая повторяется у родителей и ребенка. Для меня важно, чтобы при всем удобстве мне было комфортно, легко. И очень важно, чтобы это было красиво. А здесь во всех брендах Миродини, Тайни Коттонс, Bobo Choices это есть. Вот именно уникальное сочетание красоты натуральной, простоты, легкости и свободы. Светлана Зеленковская с сыном Макаром Михалком специально для Meal Kids.